Алла Пугачева – фигура, заметная в отечественном шоу-бизнесе. Не случайно 15 апреля многие российские звезды начали свое утро с поздравления в ее адрес. В этот день певица отмечала свое 72-летие. Естественно, первыми приготовили ей сюрприз муж Максим Галкин и ее младшие дети Гарри и Лиза. Они преподнесли ей цветы, открытки, выполненные своими руками, и торт с зажженными свечами. Поспешила с теплыми словами в адрес мамы и старшая наследница народной артистки Кристина Арбакайте, которая назвала свою маму душой и притяжением. И, конечно же, призналась ей в любви. Многочисленные друзья Аллы тоже обратились к ней в сети. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в честь праздника Примадонны поделились со своими подписчиками в Инстаграм кадрами из личного архива. Также поступил и Владимир Винокур, который с молодости тесно дружит с певицей. В личном блоге он показал веселое фото из прошлого, сделанное во время гастролей. В кадре он пытается поцеловать Аллу Борисовну, а она уворачивается от него. «Дорогая Аллочка, поздравляю от всей своей семьи с днем рождения. Живи долго и радуй своих родных, друзей и зрителей». С уважением, Владимир Винокур, подписал он снимок. «Уже не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю. Меня, вы понимаете ли, холить, лелеять, лечить, а меня продолжают жизни учить. Поживи в моей шкуре!